Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Друзья, вчера встал на предстарт проект. Называется Рубин. Старт проекта состоится 10 декабря 18.00 по Москве. Здесь, как я вчера сказала, идет таймер, отчет времени. Давайте посмотрим статистику. Посмотрите, все участников уже более 1500. И заказов на активацию 809 человек. Но это вот вчера очень поздно ссылочка появилась. И столько уже много участников. Главное занять место, зарегистрироваться, а потом уже определиться с маркетингом. Здесь два маркетинга. Вот. За 500 рублей и за 2000 рублей. Значит, тут здесь видео. Можно нажать. Я думаю, все могут самостоятельно посмотреть видео. Далее что? И вот в разделе «Маркетинг», друзья, также есть видео. Так, давай грузить. Вот два видео здесь тоже можно посмотреть. Основные матрицы нажать. Посмотреть, послушать и бонусные матрицы. Также это все можно посмотреть. Так, я же войду в кабинет. Вход по логину и паролю. Регистрацию вчера я вам показывала, как делать. Там ничего сложного. Значит, я установила аватарку. В профиле, друзья, я настроила, все заполнила сегодня вот на свежую голову. Вот ссылочка на ВКонтакте, на Фейсбук, на Ютуб. Это все как бы можно. Кликабельно все можно, если что, связаться со мной. А, Skype я прописала. Также и электронная почта. Значит, у меня в команде уже два человека. Как я сказала, главное занять место. Потому что, как пишут, будет расстановка мест по дате и времени регистрации. Так, я вчера пополнила баланс на 500 рублей. И после того, как опубликовала видео, уже по кабинету погуляла. Тут, значит, что, друзья, нужно сделать? Вот здесь была у меня вкладочка «Активировать». Я ее нажала, и у меня как бы исчезла. Значит, смотрите, у нас будет все автоматически активироваться. И на кнопки ни на какие не надо нажимать. У меня здесь написано «Платформа автоматически активируется после старта». Ну, это вот замечательно. Значит, я вчера пополняла, вот в основную матрицу зашла. Здесь еще есть очередь Light и шахматы Light. Я вот в первую как бы матрицу, вот в эту я везде как бы все зайду, чтобы у меня все активировалось. Главное, чтобы... Главное, регистрация пополнять сейчас не обязательно, как бы можно и перед самым стартом. Просто я вот как бы уже привыкла заранее все сделать, чтобы потом уже, скажем так, не заморачиваться. Вот у меня баланс, я еще закинула 300 рублей. Вот на 200 и на 100 рублей. Также вот я нажимаю на вкладочку «Активировать», смотрите. И вот также мы сюда не можем попасть, пока мы не активируем основной стол. Нажимаю «Активировать». Вот появляется такое окошко. Подтверждать покупку. Да. Успех. Страничка обновляется. Опускаемся ниже. И вот что мне пишут. Платформа автоматически активируется после старта. И вот у меня 100 рублей осталось и шахматы. Также подтверждаю успех. Все. Я как бы все активировала. Здесь возврат вложенных средств с первым партнером. Матрицу видео на главной страничке. Убедительная просьба, друзья, посмотрите. И все. Light, очередь, шахматы. Я как бы все и здесь пока. А, это у меня спонсор мой. Вот мои. Вот. Проект суперский. К Новому году денежку заработаем.
Кому интересно, друзья, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Ну, в принципе, я все вам показала. Да, в профиле я, как сказала, это все заполнила. Здесь установить платежный пароль будет. Устанавливайте свой платежный пароль и сохраняйте. Пароль обязательно записать, сохранить, потому что он восстановлению не подлежит. Видите, у меня вот эта вкладочка «Установить платежный пароль», она исчезла, друзья. Я установила и все. Потому как мы привыкли, что от этого админа всегда выплаты будут автоматически. Вот. Здесь мы будем выводить все вручную. Вот финансы. Здесь вот наш как бы баланс, лимит на вывод будет как бы всего заработано и история операций. Вот мои пополнения, значит, пополнение счета. Так, и предактивация. Пополнение, предактивация и предактивация. В общем, вот. Я все активировала. И вот на вывод, смотрите. Денежных средств. Вот здесь пополняем, на какую сумму. И я вчера показывала. И вывод средств. Сюда будем вставлять сумму, а сюда финансовый пароль. Нажимаем вывод. Вот будем таким вот образом выводить. И реферальная ссылочка, также вчера показывала, она вот здесь находится. Копируем и делимся с друзьями. Ну а баннеры еще, друзья, в разработке. Напоминаю, старт 10 декабря, 18:00 по московскому времени. На этом заканчиваю. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, надеюсь, будет следовать. Да, еще, друзья, будет чат. Сделает мой куратор, так что стучитесь, все мои координаты или вот здесь будут, как бы в профиле вы найдете, ну или в описании под видео. До новых встреч!